Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя и, как всегда, покорять лигу. В данный момент я нахожусь на 15 ранге, серебряная лига. Приступим. Так, ну что, за разгрома начнем, наверное, да? Для разминочки, как всегда. Поехали, ребят. Если кто-то сейчас играет в данный момент, хотя я не скажу, что время раннее, но тем не менее, можете спокойно ломиться ко мне в бой. Ребята, отказов не будет. Главное, чтобы это происходило не во время, вот, например, как я сейчас иду на бой, а в промежутках. В промежутках, ребята, в паузе. Так, ну что, мне дали 8 ранга, чувачка, да? Ну, опять же, не стоит на это обращать внимание. Даже первый ранг может тебя порвать на изи. Так, вот этот гаргантюа нам здесь не нужен. Да ё-моё, ну хватит. Блин, ну ладно. Как говорится, лучшего все равно мы ничего с тобой не получим. Сейчас, как всегда, тень бомбанет 100% своим суперударом. Мне почему-то так кажется, именно будет дело обстоять. Кстати, ребята, последняя серия, которая вышла, да, у меня по растениям против зомби, почему она получилась короткая, ребят? Там вышел такой нюанс. Я записывал игру, потом мне позвонили, а в поединке нельзя было ставить на паузу. Ну, то есть, ты понимаешь, да, как бы... В плане ожидания соперника. То есть бой проходит реально, да, и там нет такого, что на паузу нажал, пошел, поговорил, вернулся и все. Я просто-напросто отключил звук у себя на микрофоне, да. А когда поговорил, пришел, как говорится, да, обратно, забыл нажать кнопку на включение звука, на запись. И, сами понимаете, да, ребята, получилось, что остальное время просто без звука все было. Я урезал, и серия получилась всего лишь 38 минут из полутора часов. Да, ребята, здесь халявная победа. Как вы понимаете, я перехожу автоматически на 16 ранг. Плюс 20 гемов. И я не жалею ни о чем, ребят, не жалею ни о чем. Ну, не стал играть, чувак, ну и не стал. Может быть, проблемы или еще что-нибудь. Но за разгромы я продолжаю, потому что боя у нас не было. Так такового, поэтому поехали. Дойдем с тобой, может быть, сегодня до 20 ранга. Если дойдем. Кого нам там дали? Гонзалеса? Ну что ж, давай посмотрим, что это у нас за чувачок. Вот сейчас, кстати, неплохо. Неплохо мне надавали. Есть первый, да, с тобой у нас ход. Второй, третий, в общем, идеально. Так, ну что, картошечка. Ну, естественно, естественно, ты будешь ставить мину. Кто бы в этом сомневался. А мы с тобой сделаем... Или не будем пока тратить? Давай не будем. Пока не будем, мы с тобой сделаем немножко по-другому. Мы можем поставить призрака, да, сюда. Вот так вот. Как бы его не жалко, пускай уничтожает. У нас будет там привидение. Единственное, что он может... Ах, вот так вот. Ну, это уже, да, это уже, ребята, наглость. Почему нагло, ребят? Потому что я сейчас уничтожу его своим привидением. Ну, 4 в лицо получу перед этим. К сожалению. Ладно. Раз пошла такая пляска, получи и распишись. Так, у нас с тобой есть еще. Ага. Вот так ты сделал, да? 2 и 2, что у нас получится? Ерунда получится. Давай, наверное, мы с тобой... Блин, я на самом деле хотел немножко по-другому сделать. Ну что же. Мне получилось, так не получилось. Будем вызывать зомби этого, да? Будем. Если что, у нас есть курица. Мы можем их прокачать на 1 плюс 1. То есть получается 3. И тут 3. Ну, 3 к атаке, я думаю, что неплохо. А, вот он как. Вот он как, ребята, сделал, да? Ну что же, 2 и 2. Ну а почему бы и нет? Давай сделаем. Так, и вот так вот. Погнали. Чем быстрее этот орех с собой уничтожим, тем будет лучше для нас. О, еще один призрак. Еще, ребятушки, один призрак. Я не буду его пока ставить. Посмотрим, кто здесь появится. Уничтожает растение. Да ради бога. 2
определил. Ну и куда ты его перемещаешь? Сюда, ладно. Конечно, плохо, что мы профукали эту способность с вами, да? Давай просто уничтожим, в конце концов. Вот так вот. О, зомбобот, друзья мои, появился. Зомбобот. Я, наверное, ничего здесь пока делать не буду. Не вижу смысла выводить призрака сюда, да? Или того же самого тренера. Что он там? А вот это хорошо, друзья мои. Это просто идеально. Я не знаю, почему он именно так решил сыграть. А-а-а. Вот оно что. Ну да, да. Это, ребята, как вариант. Ну что, попробуем тогда сделать с тобой вот таким вот образом. Опа. Блин. Я могу только в следующем ходу его активировать. Так, этот будет карту тянуть, естественно. Карты легендарные. Что нам сделать? Ну, понятное дело, что надо мину уничтожать, да? Да, и, наверное, вот так вот придется нам. Окей. И вот так. Сейчас этот, не удивлюсь, если он мину переставит вот сюда. Нисколечко не удивлюсь. Опа. У него груша, оказывается, есть. Кого, этого решил, что ли, прокачать? А, нет, тут никого не прокачать. Блин, ну тут, конечно, обидно. Да, друзья мои, тут обидно получается. Этот ничего не сделает, карту не получит. Так, ну что же, у нас с тобой... Плане получает все-таки. Блин, получает, ребята, он карту. А что делать нам? Тренера ставить сюда. Нет, наверное, нам... Блин. Как быть-то, а? Ладно, короче, давай выставим с тобой вот так вот. Это у нас перемещает растение. Я вытягиваю карту. Ой-ой-ой-ой. Зачем? Зачем, зачем, зачем ты это делаешь? Ну, в принципе, все, я больше здесь ничего сделать не могу, ребят. Уничтожаем грушу. Зомбобот здесь плачет по ним, понимаешь? Зомбобот. Да ты достал там уже, а? Давай вот так вот сделаем. Если что, это растение я смогу вот сюда переставить. А, он же видит, кто у меня там. Ё-моё, я забыл совсем, ребят. Я совсем забыл, что это растение просматривает мои надгробия. Да, захотел схитрить. Интересно, у него есть уничтожитель? Или нету? Он 10 ранга, ребята. Превращает в случайное растение, да? Он, наверное, не этого ожидал, конечно, на самом деле. Блин, да ты достал своими доборами карт. Вот, серьезно тебе говорю. Давай сюда перемещайся. Так. Ну что, ребята, будем перемещать, наверное, да, вот этого гаврика. Вот сюда. Нечего ему там, как говорится, делать. Вот так, отлично, погнали. Бумс. Не тут-то было. Так, что дальше нам делать? Зомбобота я пока придержу. Я, наверное, сделаю вот так вот. И на воду поставим. Смотрим, друзья мои, что там у него будет в дальнейшем. Наносит 5 единиц урона. Окей. То есть энергия у тебя и есть, да, парень? Опачки. Это кто такой? Что он сделал? Переставил, да? А сам-то ты сюда сейчас перейдешь. Ай, чё дело. Слушай, я думаю, можно вот этого, наверное, вытянуть, да? Или вот этого туда поставить. Давай вот этого сюда вытянем с тобой. И бомбанем его, да? И бомбанем. А можно было бы сделать немножко даже по-другому, друзья мои. Зомби получает 3 плюс 3. Слушай, наверное, пока я не буду тратить. Поехали. Ага. Так.
Окей. Сдулся парень. Ну вот, сиди теперь и думай. Выставлять его я пока, ну, не хочу. Поэтому пропустим ход. Пропустим с тобой ход. У нас с тобой активируется защита, да? Если по нам нанесут урон. Этого я смогу подбить. У нас есть с тобой чем. Но тут главное, кого он будет выставлять. Он сейчас, мне кажется, будет выставлять бомбочки, ну, мины свои. Могу ошибаться. Он сюда может поставить, сюда. Они стоят дешево. Ему хватит тут всех моих чудиков взорвать на поле. Но у меня будет зомбобот. Ну, зомбобот, естественно, ребята, придерживаться до самого последнего. Если у него будет завален весь стол картами, да? Тогда лучше, конечно, выставлять его. Нет, 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 нет. Картошка, картошка, бабах, давай. Не надо, ты уже практически победил меня. Ну, ребят, ну вот как это называется, а? Ну, что вы, блин, вот портите мне всю игру, всю статистику, блин, я не знаю. Блин, я стараюсь для моих ребят, блин, показать, как у нас тут происходит. Они берут и сдаются. И сдаются. Просто на ровном месте. Вот, ну что у него там? Что у него там могло быть такого плохого, что надо было сдаться, а? Я не понимаю, ребят. Так, зайду-ка я, наверное, к нашим ребятулькам гляну. Есть кто-нибудь в сети? Сейчас буду сам бросать вызов. Столько много друзей и никого нету в игре. Вы серьезно? Хотя время, сколько у нас время? Сейчас глянем. Время всего лишь 8 часов вечера. Странно. Ладно, ребята, пойдемте еще. Мы так с вами, наверное, и не закончим, да, сегодня? Победой. Судя по тому, как наши оппоненты просто сдаются, я бы такого себе не позволил. Дрался бы до последнего. Нет, ну, конечно, если у тебя вырубает интернет. Такое бывает. Я когда на мобиле играю, ребята, просто игра зависает и все. Ничего, без каких-либо причин, обоснований, просто зависает и все, и ничего ты сделать не можешь. Ну, блин, да вы серьезно? Зомбобота дали, блин. Ладно. Блин, а зубостизила, ребят, помните, в прошлой серии мы с вами только от нее и проигрывали. Только лишь из-за зубостизилы. Но призрака, я думаю, выставлять не будем пока. То есть призрака хорошо выставлять, когда есть на что тратить его способность минус один, минус один. В другом случае я не вижу. Так, вот здесь вот можно выставить спокойненько с тобой нашего галактического спортсмена. Опа, отлично. И вот так вот сделать, к примеру. А вот этот, по-моему, прокачивается, да? За счет убийства спортсменов. Я могу, конечно, ошибаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут он меня, конечно, перехитрил маленечко. Так, а он будет набирать? Да, он набирает. Блин, вот этот огурец нам здесь не нужен. Поэтому, ребята, мы сейчас будем делать с вами следующее. Либо уничтожать его, либо... Ага. А либо сделаем вот так вот. Так даже лучше, на самом деле. Чтобы он остался без атаки и не мог... По-моему, перетягивает на себя, да? Ага. Ну, в принципе, что мы можем с тобой сделать? Безумие? Активировать. Да, ёпрасоте. А безумие нам дает только лишь 2 к здоровью. Ну, давай. Нам бы выжить. Поехали. Этого в любом случае мы с тобой можем уничтожить. Через шаманство. У нас есть шаманство здесь. Если он думает, что он так и будет дальше себе позволять, то он глубоко ошибается. Окей. Он задумался. Естественно, задумался. Он думает, кому бы сейчас кинуть баф. А, вот даже как. Ну, хитро, хитро. Подхилялся, да? Да, ребята. Ну что же, мы этого обмен, вот этого уничтожим. Так, этот стоит на месте и молчит пока. Ну что, давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Нормуль?
Посмотрим, что он там будет сейчас планировать. У нас есть челюсти зомби. Минус один, который делают, да? А он пошел добором заниматься. Слушай, что-то до боли знакомая вот эта вот комбинация. Добор. А вот это ты зря, парень. А вот это ты зря. Я же не дам тебе. Думал, так, на халявку. Нет, никакой халявки. Так, ну что, огурец все? Да выделывался. Замариновали мы его. Ну что, будем выставлять вот этого или нет? Или лучше нам... Давай я рискну. Ребят, я рискну. Ему не понравится, естественно, этот зомби. Он 100%, вот, видишь, тратит кабачок. То есть минус 5 энергии. Опа. И, соответственно, получает в лицо. Ломана. Так, защита, да? Съедает зомби с наименьшим здоровьем. Так и есть. Хорошо, слопал. Дальше, у нас с тобой есть навязчивый призрак. Я его, наверное, поставлю сюда. И поставлю вот так. Блин, не хотелось бы тратить все карты, понимаешь? У него-то там, смотри, рука полнюхонькая. А у меня нет. Хотя можно было бы поставить, если честно. Он все-таки неуязвимый. Ничего бы я не потерял от этого. И, как видишь, у него 12 хп. Вот это плохо. Это плохо, друзья. Так, что мы можем? Мы можем... Он сколько дает там? Да ё-моё. Ага, 2 плюс 2. Да блин. Что будем делать? Будем, наверное, ставить сюда, да? Погнали. Так. Ага. Он все себе на отхил там, да? Влепляет. О, солидненько, ребята, солидненько. Так, ну что у тебя там, кабачок наверняка где-то завалялся. Ну, конечно же, кабачок. Даже не с куличкой не сомневался в этом. Так, что он сейчас еще влепит, я не знаю, ребята. Двойной удар, растение получит. Хм, интересно. Блин, что он там опять достал? Какие у него еще есть там возможности? Все зомби на земле получают минус один, минус один. Нисколечко меня это не напугало. Опа. Смотри, что я сделаю. Поставлю йети сюда. Посмотрим, что нам даст он. Оу. А сюда вот так вот поставим. И вот так. Ну что же, давай смотреть, какие у него там варианты сейчас будут. Даже если он кого-то сюда поставит, друзья мои, он не пробьет. Хоть двойная, хоть тройная атака. А вот это похуже. 6-6. Еще двойной удар. Слушай, а ты не боишься, что мы тебя сейчас просто разнесем в хламину, парень, а? Нет? Тебе же осталось тут совсем ничего. Все? На что он там рассчитывал, друзья, я не знаю. На что он там... претендовал, может быть, у него как-то неправильно все пошло. Не так, как он хотел. Но в любом случае мы с тобой переходим на 17-й. На 17-ю, как говорится, лигу, да? На 17-й ранг, точнее. Так, повышение. Ну и продолжаем. Может быть, нам... Сейчас опять кого-нибудь возьму другого. И начнем фейлиться. Ну что, попробуем с тобой сыграть за... профессора мозг-атаку. Просто поприкалываться. Не, ну надо потихоньку уже действительно, ребята, как-то привыкать. Единственное, я пока привыкну к зомби. А вот как вот за растения драться, я ума не приложу. Сколько раз пытался, это жесть какая-то. Ой-ой-ой, что мне тут дали? В принципе, неплохо, ребят. Начнем. Ой, гриб. Слушай, ну с грибочком это плохо. Тут с ним не забалуешь. Так, ну что, наверное, вытянем с тобой две карты сразу же, да, автоматом? Давай сделаем. Ой-ой-ой-ой, а почему такие? Ладно. Ничего не поделаешь с этим. Ну что, можем
призвать карту еще одну. Угу. Трубочист, а он сейчас наверняка будет грибом. Стебелек. Как вариант, тоже неплохо. Там же всякое может вылупиться, верно ведь? Сейчас посмотрим, кто у него тут появится. Ну, так себе. А, двойной, двойной это уже похуже, ребят. Двойной это похуже. Так, ну что я могу сделать? Наверное, вот так вот. Ему, грубо говоря, фартануло сейчас. Так, кто будет делать выстрел двойной? Давай ты сделаешь. Так, ну одного мы с тобой накроем. Одного накрыли, да? Что-то мне не нравится вот эта вот вся фигня, которую он тут затевает. Совсем мне это не нравится. Что бы нам тут с тобой замутить, а? Ну, если, предположим, я вот так вот сделаю. Предположим. Опа. Так, за каждый уничтоженный гриб, да, по-моему, ребята, если я не ошибаюсь. Давай уберем его отсюда. Так-то оно будет получше. Давай вытягивать карты с тобой. Если успеем, конечно. Сейчас вызовет гриб свой. А, два шампиньона. Один-то здесь появится, а другой тут. Слушай, ну эти шампиньоны мы с тобой, знаешь, сейчас как бомбанем. Вообще на изи. Так, мы можем даже сделать вот так вот. Всем растениям, да? 2 единицы урона наносим. Это эволюция. Да погнали. Бог с ним. Вот таким вот образом, да? И, например, поставим с тобой вот так вот. Я думаю, он этому не будет рад. Пускай свои шампиньоны там выставляет, они все равно получат по урону. Так, ну что же, давай следить. А у него 19 ран, кстати. Наносит 3 единицы урона, да, ради бога. Все равно как дупишься, парень. Тебе здесь ничего не поможет. А, вот он как решил сделать. Все, парень, тебе хана, ты в курсе? У тебя карта не осталась. Ну, нанесешь ты мне сейчас урон, типа, да? Мы с тобой сделаем вот так вот. О, отлично. Так, а дальше у нас что есть? Оу, скалолазик. У нас с тобой есть скалолаз. Давай вот так вот сделаем. Отлично. Ну что, парень, давай, что ты там хочешь замутить? Молодец, какой красавчик прям. О, я прям испугался тебя. Ай, дурень. Да, немножко, конечно, ты не туда сдвинулся, парнишка. Я-то думал, что ты здесь останешься. Ладно. Пропустим. Угу. Опачки. Так, при получении, да? Выбрасывает морячка. А если я размещает подтанцовщика еще? Ваня, он сдался? Да что ж ты будешь делать? Даже профессор Москатака, ребята, выиграл. Что-то нынче какой-то слабенький у нас пошел народец. Еще ни одной, ребята, победы не могу сделать честно сказать. Ну, как бы, чтобы противника именно победить, а не чтобы он там сдавался. И друзья, которые у меня находятся, тоже никто не активен. Ну, как так может быть, а, друзья мои? Ладно, давай еще, наверное, перейдем с тобой. Я не знаю, до 20 ранга вряд ли мы с тобой дотерпим сегодня. Потому что еще кое-что надо другое снять. Но если получится, то получится. Опять же, я оставляю пока про... Оу, 29 ранг. Ну, ребята, вот тут уже, да. Тут уже серьезный противник. Тут уже не забалуешь. Это я тебе точно говорю. Ну, чтобы поменять его, давай поменяем. Да ебрасы ты, ну.
этого, может быть. Ну, так вот примерно оставим с тобой. Так, у нас есть сразу же вытягивание карты. Что он там делает? Опа. Недурно. Зачем он сразу поставил мину сюда, а? Я пока не знаю. Вот что у нас с тобой есть. Вот что у нас с тобой есть для уничтожения этой мины. Или же... Даже не знаю. Пропущу пока ход. Если что, мы с тобой... Блин, надо было бочку, вот знал бы. Так вот сделаем. Надо было бочку, наверное, ставить сюда, да? И все. Опачки. Так, неплохо, ребята. Погнали. 4-4. Самый смак. Сразу занервничает. У него есть перемещение наверняка, да? Он сейчас переместит эту мину. А, вот так даже. Вот так ты даже решил. Ну, давай, предположим. Что у нас дальше? Может быть, выставить этого зомбика нам? Давай, наверное, я его вот сюда поставлю. Есть бонусная атака, но пока ее тратить некуда. Да и незачем. Угу. Ага, наносит. А кто у меня здесь? Я уже забыл. Отлично, самое то, что нужно, ребят. Так, здесь можно... Ага, он еще и кактус сюда влепил. Окей. Он сюда еще и кактус поставил. Давай-давай, 5. Сколько там? 5-2. На тебе. Он это специально, да, сделал? Сколько он там наносит? 2 единицы урона, по-моему. 2 единицы урона. Я могу, в принципе, взять этих. Они пробегутся, да, по растениям. И нанесут урон. И нанесут урон даже этим шампиньонам. Что он там превращает в случайного? Да превращает, господи. О, о, даже как. Красавелла. Что я могу еще сказать? Ну что будем делать? Призывать? Или сделать лучше вот так вот. 3, да? Плюс бонусная атака. Сразу 10 снесем, да, получается? Поехали. Поехали. Так, останется у него 5 хп. Предположим. Как нам быть с тобой дальше? Можем, конечно, его немножко обмануть. Если я поставлю бочку. Вот так вот. Поехали. Сейчас будем смотреть. Бочка нанесет урон, да? 1 единицу всем. Ну, естественно, он здесь вставляет мину. Так, у нас есть курица с тобой. Курица побежит. Добьет всех этих гаврюш. Твой шамас здесь не поможет. Хотя поможет, ребят, поможет. Поехали. Вот так вот, да? Понеслась. Так, взрываем. Как-то вот так вот. Дальше что? Дальше делаем с тобой вот так. Угу. И, наверное... И, наверное, пока никак. А, знаешь почему? Потому что... Ага, ага. Прикрылся, ладно. Мне нужно вот эту карту поставить вот сюда, ребята. То, что он там прикрывается, это все фигня.
Угу. Главное, чтобы защита у него не сработала. Вот и все, ребят. Наконец-то первая победа. Наконец-то у нас с вами первая победушка. Справедливая. Да? Так, куда мы там с тобой перемещаемся? Так, три звездочки получаем. То есть нам нужно еще с тобой подраться, да? Так, ну-ка давай-ка сыграем на этот раз за нашего супермозга. Поехали. За супермозга в последние разы у нас как-то неудачно получалось игры. Мы проигрывали. То карты нам не те идут, то нас, как говорится, обхитряют. Будем надеяться, что сейчас все пойдет как нужно. Ну давай, давай, что-то, видимо, из-за того, что вечер, очень медленно идет поиск соперников. Да не может быть, может быть, никто не хочет. А, вот, вот, тот нашелся, ребята. 40 уровня, ё-моё. Ну вот здесь уже серьезно тебе говорю, не до шуток. 40 уровень — это серьезный противник. Достойный, так скажем. Здесь наверняка фейл светит мне, а я еще и взял-то супермозга. Но опять же, тут очень много играет удача, ребят. Кому какие карты. Опа. Сразу мне заклинание, да, увеличивает по стоимости. Неплохо. И начинает бомбить. А я, естественно, пока ничего сделать не могу, потому что у меня нет нормальных достойных карт. У меня начинается от 3. Что? Оу. Прикинь. Он типа, знаешь, как атакер, сразу в атаку идет. Не на... Он еще и бомб чё не успел влепить. Так, давай защиту мне, пожалуйста. Окей. Так, вытягиваем с тобой 2 карты. Вот, уже лучше, уже лучше. Так, ну что, есть первый ход у нас, да, с тобой? Так, он сколько дает нам энергии? 3. Значит, сделаем с тобой, наверное, вот так. Да? И... И вот так. Посмотрим. У меня всего 9 хп. Ну надо же. Поставил этого фунтика сюда. Сейчас будет набирать карты, да, себе? Ну, главное нам с этим разобраться. Там уже попроще будет. И положим. Так, сколько мы получаем? 1 плюс 1, это 3, 3, 2. 3, 2. Ну фиг с ним, давай сделаем так. Так, бесенка, который получает способность к кровожадности. Ладно, фиг с ним. Если этого не подобьет. Да ну, блин. Вот этого, блин, не хватало мне. 7-3. Что это серьезно? Ну он, правда, мне тоже 7-ку сейчас зарядит. 7 в лицо, блин. Это хреновенько на самом деле. Так, ну что, мы его уничтожим, да? Я так думаю. Как мы его уничтожим-то? Да, уничтожим. В принципе, это не проблема. А вот этим заклинанием. Меня сейчас больше интересует другое. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так. Ух ты, это что такое? Это новенькое что-то, ребят, я не знаю. Блин, ну вот крокодил вот этот, вот, ну вот нафига он здесь нужен, друзья мои, ну... А, это заклинание работает только на атаку, а он с помощью здоровья бомбит. Вот это я лопухнулся, ребята. Вот это да. Ну что, если я сейчас бомбану, у него защита сработает, так ведь? Так. Что мне это даст? Эй, да ничего мне это не даст. Блин, и перемещения нету. Печалька. Сейчас он еще что-нибудь может замутить, верно? Скорее всего, да? Ну что ты там жуешь сопли? Давай, ходи уже. Время идет, блин, придурок. Да тут я вселился, ребят. Ну в любом случае, тут никак. Вот про этот какого. Супермозг меня, ребята, и здесь, как ты видишь, подвел. А блин, он еще перед смертью вытянул. Ладушки.
Центр мозга надо, знаете что, ребята? Вот у меня карты стоят еще с прошлого, я уже не знаю, там тысячелетней давности бой, когда я набирал этих, как сказать-то, набирал колоду для того, чтобы взять преимущество на поле. И вот у меня вот эти вот моржи, потом вот эти вот мусорщики, да, зомби, они до сих пор остались. А они там нафиг мне не нужны, если честно. Их надо менять. Ну что же, ладно, я проиграл. Я ничего не говорю, ребята. 40-й ранг все-таки тут, 26-й тоже неплохо. Но у меня все-таки мой любимый разгром. Так что, может быть, все-таки мы здесь с тобой еще и повоюем. Да я пропущу, наверное, здесь ход. Точнее, набор, и не буду ничего брать. Есть у меня призрак, но это на втором ходу. А дальше у меня есть зомби-спортсмен, плюс эволюция, тоже неплохо. Лечение, вот сейчас йети выпал. В принципе, нормуль. Опять же, кто возьмет преимущество на столе? Он стоит, он думает. Опа-на. Арсений получает 2 плюс 2 здесь, да, синтез? Окей. Что мы можем с тобой здесь сделать? Мы можем, например, сделать вот так. Хотя бы для начала. Смотрим. Если что, будем с нашего этого призрака... Да, призрака будем улучшать, судя по всему. Ну да, мы потеряем, конечно, но в то же время и в обиду себе не дадим. Так. Что, теперь придется, наверное, хила вызывать или как? Будем вызывать хиллера? Или все-таки... Да, наверное, будем подлечиваться с тобой. Каким-то образом. У него грибочек. Что? Потратил, ладно. Хорошо, потратил. Блин, 2 в лицо, а? Ну, поехали тогда. Выставим этого. Плюс. Вот так. И вот так. К примеру. Опа, еще и сумоист. Замечательно. Ну, сейчас придется как-то разбираться с этим совсем. Либо выставлять кого-то. Как вот он будет? Хорошо, здесь с прочерком. Я его могу перетянуть. В принципе, куда только его перетянуть? Ну, вот сюда вот. Пример, да? Поехали. Так, так. Ну, естественно, призрак его уничтожит. Сразу вызываем призрака, да? Уничтожаем вот этого чудика с бумерангами. Он тут нам не нужен совсем. Лети отсюда, Петя. И можем призывать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Сразу ему не понравится этот. О, скажет, вызвал кого, блин. Нет, 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 надо уничтожать. Но у него, наверное, есть чем уничтожить. Вот глупо поступает тот, кто оставляет вот этого зомби на динозавре. Потому что за каждую карту, ребята, полученную у нас... Ага, все-таки он сделал так, да? Все-таки он не дал возможности. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Даже если я поставлю черную дыру, все равно у него будет 4-5. Все равно пробьет. Если бы у меня была бы какая-нибудь баночка, да, там, которая бафает зомби, это было бы неплохо. Ну не надо, зубсизила, ну хорош. Зубсизила, давай, играй. Блин, у тебя классно получается. Ага, вот что он сделал, да? Вот так вот. Минус один, все равно пробьет ведь, засранец, а? Все равно пробьет, ладно, поставим. Для понта уже, просто ставим, ребят, свои. Блин, что там у тебя еще? У него уже есть вытягивание карт, по-моему, двух, да? Заклинания. Тогда у него будет очень большой добор. И йети мне этот не поможет уже здесь.
Ага, на земле. Ну, это вот глупо. Это было сейчас глупо, и вообще не знаю, к чему он это сделал. Так, этого можно, в принципе, уничтожить. Да я, наверное, сделаю немножко по-другому. Хотелось бы сохранить, конечно, йети. Так, посмотрим, что он нам выдаст. Опа, 5-2. 5-2. Ну, давай вот так поставим. Сейчас первого, кого он поставит, он полетит сюда, в эту воронку, да? Получается у нас с тобой... Твою налево, а? Вытягивает карту, гаденыш, да? О-о-о. Пошли траты, я смотрю, с его стороны. Поехали. Так, он не пробьет же, по-моему, да? Нет, пробил. Так, смотри, у него, ребят, последняя броня сработала. О, вот, вот об этом я тебе говорил. Вытягивай две карты. Блин, ну, ну зачем мне этот древний здесь нужен? Я вообще не понимаю. Давай вот так вот сделаем с тобой. Ку-ку, вот тебе и ку-ку. И, наверное... Почему эволюция вот здесь только срабатывает, а? Ладно, фиг с ним. Поехали. Так, получается 9. Блин, никак не получается. У меня одна карта, ребят. Одна карта всего лишь. Да, блин, этого еще не хватало здесь, а? Прокачает ведь его, да? В плане, вот его стал. Смотри, что творит, а. Ну фиг с ним, давай уберем ханурик отсюда. Он не мешался нам. 9 хп. Да ну блин, ну 2 эволюции. Ну, ну смысл? Смысл мне вот от двух этих эволюций. Нет, я, конечно, могу вот сюда поставить. Одну только. И то на следующий ход. Мне бы зомбобота. Ну, у него преимущество, конечно, большущее. Очень большущее по картам. Вытянул, да, все-таки? Успел урвать кусочек сахара. Ага. Может, хорош уже, а? Давай его сюда. А, оно не перейдет, да? 6 в лицо, готовимся получить. Так, так, ага. Все, у него защиты больше нету, друзья. Но 8 хп. Ты посмотри, а. Восстановил себе, гаденыш, жизни. Да ну какого хрентуса? Вот зачем он мне здесь нужен? Вот объясни. Так, ну что, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Опа. И вот так. Смотрим. 8 в лицо-то, конечно, никому неохота получать, согласись. Ага. Ромашка. Вытягивает, кого вытянет? Этого с воды вытянул. Так, восполняет себе здоровье. Понятно. Так, ребят, вот здесь вот мне не нравится. Вот здесь вот фиговенько все получается. Так, безумие давай сделаем. Чтобы выжить просто-напросто элементарно. 4 хп. Угу. Это еще гаденыш хиляет. Давай сделаем вот так. Да и все пока, наверное, да? Можно было бы, конечно, сделать этого, но тогда бы сразу понял, что у меня карт нету. И не стал бы рисковать. Блин, разгром. Почему ты не взял эту хилку? Почему тебе не выпало
О, все, ребят, вот тут крышка нам. Тут я профейлился. Ё-моё. Да. Нет, 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 нет. Тут без вариантов, ребят. Пошло, поехало, да? Понеслась, как говорится. Опять же проиграл кому? Зубастизиле. Заметь, все время проигрываю именно ей. Ну, по большей части. А раньше проигрывал Ореху. Ладно, не будем расстраиваться. Давай, ребята, дойдем до 19 ранга и будем закругляться. Иначе я могу тут по 6-7 часов в нее играть. И представляешь, ты запаришься просто смотреть. Так, ну что у нас здесь? Этого меняем, этого меняем. Вставляем так. Какой ранг там у чувака? 17-й. Ну, в принципе, ребят, практически мы с ним на равных. У меня 19-й, да? А у него 17-й. Вот, блин, я считаю, что безумие здесь вообще фигня полная. Лучше хилку дать. Но началось. Ну, началось, друзья мои. Вот нафига это делать, а? Что я могу здесь сделать? Только лишь один вариант. Вот так вот. Только лишь один вариант. Сейчас, если он начнет прокачкой заниматься, это будет плохо. Достал уже, блин. Ё-моё, у него заморозка есть, ты прикинь. Это тоже не есть хорошо, но привидение это никто не отменял. Привидение никто не отменял. Так, 3, это 2. Становится, окей. Погнали. Блин, я могу, ребят, безумие, конечно, сделать. Сколько у меня там? 2 хп, да? Да ты достал, блин. Поехали. Так. Еще удар. А что он там делает? Я уже не помню. +2, +2 получает. Так, эволюция. Эволюция вот сюда идет. Поехали. Так, что он там сейчас выставит, я не знаю, ребят. У нас есть лекарь. У нас есть чувак, который может понизить атаку на 2, да? Слушай, я понял, что он хочет сделать. Он сейчас будет применять заклинаки, что ли, свои, да? Отлично. Выбираем этого малыша отсюда. Вот таким вот образом. Угу. И что нам тут? Поставим, наверное, вот этого. И вот этого. Остается только смотреть, что он будет делать. У меня 12 здоровья, у него 14. Ага. Ё-моё, он сейчас еще этот горох свой, да, наверное, выпустит? Нифига он не выпустил. Так, что сделать-то? Давай вот так, наверное. Поехали. Так, блин! Неужели сейчас у него это вонючее будет горошина по центру? Или терновый куст? Что-то одно из... Ну, горошину он сюда не сможет, да, применить? Потому что у меня защита. Вот он что делает. Вот это хуже. Это, друзья мои, плохо. Так, давай думать. Что тут думать? Я даже не знаю, ребята. Во-первых, нам надо как-то вот этого уничтожить, верно? Верно. А у меня не получится. Хотя, подожди. Сделаем с тобой так. Пропустим ход. Если он сейчас сюда двойную атаку еще влепит, это будет плохо. Ага, вот он как сделал. О-хо-хо-хо.
А вот это, друзья мои, действительно финиш. Это финиш. Да. Это меня уже не спасет, верно? 9 в лицо. Окей. Значит, нас ждет следующий бой. Смотри-ка, а, на своих горошинах на этих. Выкрутился. Ну, мне тоже, конечно, рука не очень хорошо выпала. Первого хода вообще не было. Второго тоже, ну, там призрак выпал. На его трате я еще раз говорю. О, ребята, орех. 27 ранг. Ореху мы тоже обычно проигрываем. Ну ладно, что делать? Будем драться, будем воевать. Слушай, а почему у меня два медика? Зачем мне столько медиков? Надо, наверное, немножко подрезать, да? Количество. Соперник вытягивает стартовые карты заново. Первого хода нет у меня. Да чтоб тебя, ну. Зачем ты его сюда поставил? Чтобы у меня не копилась, ребята, шкала брони. Вот для чего туда его влепить. Поэтому поставим сумоиста. И если что, вытянем. Если он, конечно, под сумоиста никого не поставит. Ха! Конечно, не подставит сумоиста. Так, ладно. Давай-ка его вот сюда поставим. Чтобы мне было проще его достать. И положим. Опа, 4. Мне некого поставить опять. Слушай, я могу же что сделать? Неуязвимку, в принципе, и... Только зачем? Так, если только сделать 2 плюс 2 4, 5. Да, поехали. Этот пока бомбит потихоньку, а? Жулик. Оу, йети выпадает. Давай-ка сюда поставим, что ли. Оу, шикарно, друзья мои. У меня уже 2 динозаврика, да, получается? За 3 энергии и за 4. Ну, что там у тебя? Наверняка ананасы. А, вот как. Ты что, решил хиляться, что ли? Ну да, он решил хильнуться, ребят. Ну ладно, поехали. У нас с тобой тоже есть хиллер, так что волноваться не стоит. Йети улетает. Медик. Как лучше сделать-то? Наверное, все-таки... Блин, он, наверное, будет залечиваться опять. Я не знаю, ребята, если честно, что он там собирается, какие у него планы. Давай, предположим, я сделаю так. Опа. Так, мы будем получать урон, да? Где мой шар? Скажи мне, а, на милость, где мой, блин, шар? Или шаманство, когда оно нужно? Где я? Вот объясни мне. Я, честно говоря, не знаю. Все не то. Все, ребята, не то выпадает мне. Предположим, сделаем так. И вот так. Он сейчас будет орехи выставлять, да? Будет сюда ставить орехи, сюда. Помнишь, это как-то мы с тобой играли? Тоже был чувачок на орехах меня просто вынес. За счет вот этого ханорика. Но у меня, видишь, нету ни шара, который давит любого, у кого одна единица здоровья. Так, уничтожает зомби. А вот он что сделал. Он уничтожил мне зомби. Так, галактический, да, появляется у нас. Давай-ка я сделаю вот так вот. Что он там у нас делает? При появлении сверху, перемещение в воду. При появлении сверху. Сверху это вот здесь вот. То есть он А как он в воду переместится-то? Ё-моё, тут же у меня... Да. В воду он никак не переместится. Ягода еще.
Но ягоду мы можем с собой... Можем же, да, можем переместить вот сюда. К примеру. Чтобы ее никто не трогал. Этого мы уничтожим. Так, что делаем-то? Ягоду вот сюда, да? Перемещаем. Окей. Погнали. Так, где он? Вот он. Хлыща, достал уже. Угу. Так, ну что, у нас есть медик. Мы можем залечиться. О, у нас еще даже кое-что есть. Ну вот как тут лучше сделать? Наверное, мы поставим с тобой медика сюда, да? Для начала. Вот таким вот образом. И ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот этого. К примеру. У него три карты. Ребят, преимущество у меня, ну, по полной программе просто идет. Если он, конечно, сейчас не будет опять выставлять свои орехи. У меня 12 здоровья. Опа. Прокачает, да? 2-8. Окей. Что же дальше? Блин, как меня вот этот достал, а? Ромашка эта чертова. Так, здесь мы тоже. Блин, 6-5. Что у него там? Неуязвимость? 100% неуязвимость у него стоит. Наверное, будет. Как пить дать. Так, ну что? С ромашкой, ребят, я уже знаю, как можно обойтись. Вот таким вот образом. Ладно. Пропускаем ход. У нас есть с тобой неуязвимость. Это единственное, что мы можем с тобой заюзать в данный момент. Так, ты что, собираешься лечиться, что ли, по полной программе, а? Нет. Окей. Что мы сделаем с тобой? Ну, наверное... Наверное, вот так. Опачки. Отлично, погнали. Этого убираем с поля боя. Так, этот нас атакует. Окей. Шикарно. Челюсть. Угу, челюсть. Блин, интересно, у него есть могилоед или нету? Как ты думаешь? Риски, ребята, риски. Очень большие, причем риски у нас тут. Давай посмотрим. Два надгробия стоит. Герой становится неуязвимым. Ладушки. Здесь тебе, грубо говоря, повезло. А вот здесь вот... А здесь не очень тебе, парень, повезло. Все? Последнюю карту будешь выставлять или нет? Выставил чеснок. Окей. Понеслась. Понеслась, ребятушки. Уничтожаем. Поехали. Он тоже неуязвим, поэтому мы его сейчас пробить не пробьем. Опа. Ты посмотри-ка, что мне выпало, ребята. Пропускаем ход сразу, смело. Этому крышка. Хотя нет. Почему нет? Да? Минус 6, минус 6. Он останется без атаки просто-напросто. Да он сдастся. Куда ему тут тягаться? О, фонарик достал. Ну, молодец. Круч, круч. На. Поехали на разборку, ребята. Раз. Два. Три.
Че, я так понимаю, крышка тебе, да? Все, ребята. Орех не справился, а мог бы. Мог бы. Но победа за нами. Но я до этого тоже, ребята, много, да, проигрывал. Так что можно себе было позволить. Так, мы с тобой перешли. Но на 19 ранг получили 20 гемов. Фух, шикарно сегодня мы подрались, повоевали. Мне понравилось, ребята. Я думаю, в следующей серии мы дойдем все-таки до 20 ранга. А дальше пойдет жесть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.